как здесь тяжело, мы в самое пекло забрались. Я боюсь, подходите, Бандор, один человек. Здрасте, здрасте. А можно с кем-нибудь пообщаться, чтобы не отвлекать продажи? Ты один? Я пока один, да. Блин, давайте, даю микрофон, а ты можешь с него говорить. У меня такой вопрос. Как, блядь, кальян за 3800, блядь? Как, чуваки? С колбой вместе. Как? Кальян лайт, я имею в виду, где он здесь? Вот это он. И это пиздец, ребята. Как? Ну, как вы старались, нас очень просили сделать бюджет и хороший кальян. Мы решили и сделали данный кальян. Скажи честно, китайцы, которые вы делаете, они получают деньги или они на воде живут? Нет, конечно, на воде. На воде. Понял? Ребят, понял, спасибо, вода. Спасибо, спасибо большое, спасибо, красавцы. Это Мамай Кастом, и тут какая-то дичь творится, друзья. Что здесь происходит? А хотите, я скажу, что здесь происходит? Просто Вова Мамаев забыл взять с собой сотрудников, и он ебашит и продает. Вова Мамаев молодец. Мы пойдем дальше. Здравствуйте. У нас представитель армянской диаспоры. А можно вам задать пару вопросов? Да, конечно, давайте. Держи микрофон. Как дела? Раз, раз. Да-да-да. Да, все отлично, у все вас отлично. Как? Ничего, как дела в Ростове? В Ростове? Да, как всегда, все отлично. Как в Ростове за... тепло, теплее, чем здесь, я думаю, теплее, чем у вас. Да, теплее. Сколько градусов? На данный момент было плюс ноль. Плюс ноль. Здесь так же жарко, как у тебя в Ростове? Ну, здесь нет. Здесь холодно. Особенно там, у Смоклаба, вообще холодно. Но Мамая Мамая потеплее будет. Понятно, понятно, понятно. Как тебе? Вообще у Чебаки очень круто и у Северного. Да? У Чебаки. Сейчас обязательно дойдем. Да, и, кстати, на тему твоих этих выпусков, Дали вообще отсасывает у Чебаки. Ну, в камеру давай еще раз. Дали отсасывает. Дали отсасывает у Чебаки. Это он сказал, если что, ребят, да, к нему. Мое, да, сугубо мое личное, блин, мнение. Грант вообще серьезно. Основанное на продажах и Дали, и Чебаки. А вот, слушай, подожди, у тебя Чебак продается больше, чем Дали? Да, в разы. Блин, ну у Чебаки... Но я Дали перестал закупать. Смотри, если у Чебаки будет 50 грамм, продажи вырастут? Я думаю, не стоит этого делать. А я думаю, что стоит. Денег меньше. Но я с ним не буду спорить. Вы слышали, какой он отчаянный? Я лучше дальше пойду. Спасибо, Грант, тебе большое. За комментарии все, мы побежали, побежали, побежали. Парни, здравствуйте. Здравствуйте. Кэмри, можно здорово, вам, Кэмри, здорово. Можно вам пару вопросов задать? Хоть и мусорка рядом, ну, блядь. Держи микрофон. Давай, давай. С радостью. Друзья, я их поймал. Я сказал, что сразу я поймаю. Это Питер Смоук. Это люди, с которыми я познакомился и охренел, как они работают. Конкретно этот человек мне... Ну как рассказал? Ничего мне не рассказывал, я просто посмотрел. И, блин, это очень круто. Ребят, как добиться такого успеха? И предусловие. Я просто открываю розничную сеть магазинов сейчас в Самаре, тоже на акцизе. Мне будет очень тяжело, я хочу у вас узнать, как это сделать. Слушай, ну, главным образом, мне кажется, смотри в сторону кадров. Наша индустрия, она молодая, новая и нет профессионалов. Тебе нужно, во-первых, самому обучиться, как правильно нанимать, как правильно адаптировать, стажировать профессиональные кадры. Потому что если ты будешь нанимать просто, ну, ребят-кальянщиков, не мотивировать, не показывать им рост и так далее, то они будут воровать, они будут смотреть, как бы урвать у тебя кусочек в моменте, да? А если ты будешь работать правильно с кадрами, то у тебя будет правильно выстраиваться продажи, будет правильный рост бренда. Слушай, ты смотришь «Трансформатор», вообще вот это вот всю бизнес, инфобизнесменов всех вообще? В целом, просто вы построили очень быстро такую сеть, и поэтому это очень такой сейчас актуальный вопрос. Я смотрю, да, «Трансформатор блог» время от времени. Мне нравится где-то подход, где-то мне что-то не нравится, но тем не менее Дмитрий Портнягин – это тот человек, который сделал очень крутой проект на YouTube. Продакшн у него крутой очень, да. Я не один так считаю, бля, хватит меня грязью поливать, держи. Еще вопрос, знаешь, какой? У вас был Гусейн Гасанов, я видел фотку, где он у вас отмечен. Если не секрет, сколько? Можно просто сказать, больше миллиона или меньше? Мы дружим с ним хорошо. Блять. Молодцы. А еще вопрос. У вас своя CRM-система или вы пользуетесь каким-нибудь мой склад или что-то такое стандартное? У нас, у нас стоит мой склад, но у нас работает финансовый директор. Мы не ведем управленческий учет в моем складе, потому что он делает это некорректно. Понял. Короче, я надеюсь, что когда мы поедем на Food Club Show, я приеду к этим ребятам, все посмотрю, потому что я ими восхищаюсь. Вообще очень круто, они молодцы, спасибо. Вы прям, блядь. Красавцы, парни, спасибо. Короче, еще один вопрос, на который вы мне уже дадите ответ точно. У меня еще старта продаж не было в регионе. Как акцизный танш от Кирилла Глущенко? Он у вас появился? Он у нас появился, он отлично продается. Отлично продается. Ну все, теперь я точно тебе остану. Ребята тоже хотят отдыхать. Еще раз вам спасибо. Вы знаете, кто это? Я уже брал на интервью. Привет. Привет, представься. Давай, можно с тобой поздороваться сейчас? Да, конечно. Все. Мы смотрим. Красиво сейчас, да, было? Норм.
Привет, я Рома Шутов, основатель и владелец компании «Дафтабака». Я еще хочу добить, что он раньше был крутым диджеем, очень круто играл. Я даже пытался попасть, но не смог. Я, знаешь, у меня такие тебе будут вопросы, не совсем стандартные, а может быть и стандартные. Первый вопрос. Нашли вы эту подделку? Мне не надо микрофон, у меня педа пишет. У меня все четко, да. Нашли ли вы подделку, короче, которую искали? Слушай, обидно сказать, но нет. Блин, ну искали сильно? Долго? Искали нормально. И, ну, пока ее нету, и надеюсь, не будет. Хотя, знаешь, слухи всякие разные доходят, и я иногда так передергиваюсь. У тебя предположение, Китай, Украина или Казахстан? И не то, и не другое, и не третье. Это либо Москва, либо Санкт-Петербург, скорее всего, Санкт-Петербург. Странно, странно и жалко. Значит, у меня следующий вопрос. А кто сегодня выиграет табак года? Как ты думаешь? Если не ты. Вот, ну, я и хотел сказать то, что я не ставлю на себя, потому что, ну, я очень самокритичный и, в принципе, скромный парень. Если, это правда, да. Если выбирают, наверное, получается, среди остальных финалистов must have и господи, элемент. Не знаю, мне почему-то кажется, что элемент. Хотя мы с Москвевым очень близко общаемся и дружим, но мне почему-то кажется, что элемент. Я не могу объяснить это конструктивно, почему так. Ну, какие-то такие предположения. Слушай, еще один вопрос. Смотри, ты был на безакцизе, а потом ты акцизировался. Есть, а много ли ты потерял денег? Потерял честно, нормально. Честно. X2, X3? Ну, X3, конечно, X3. Да. А продажи сильно упали сразу? Слушай, они упали, ну, наверное, практически в половину. Но, ну, это предпожидаемая была история, но на самом деле, сказать честно, мы их наверстали буквально за 2 месяца. Слушай, ну круто, а сейчас вообще рынок, он как бы начинает опять расти, акцизы намного больше или нет? Он растет с каждым днем, плюс всякие дополнительные истории этому способствуют, ну, которые вот недавно там с Северным случались. А что с Северным случилось? Ну, там какие-то были проблемы. Я не хочу лишнего говорить, а то потом ребята скажут, что я там что-то там какие-то слухи распространяю. Ну да, им мне пизды дадут. Да, я с тобой согласен. Слушай, короче, у них были проблемы, и весь рынок это напрягло. Особенно, я думаю, тех, кто занимается сейчас безакцизочкой, я думаю, их нормально это подстегнуло что-то делать и куда-то идти дальше. И, кстати, вот Spectrum сегодня презентовал наконец-таки свой долгожданный акциз. Это точная информация? Это точная информация. Я ребят поздравил. И это круто, потому что еще одним легальным игроком на рынке больше, это супер. Слушай, ну прикольно. Ты сказал, что очень скромный парень. Но ты знаешь, я не могу тебя не спросить. Да, очень есть. Попсовая тема сейчас, но я думаю, подписчикам понравится. Ты очень круто выглядишь, можешь сказать, что у тебя за лук, что он стоит. Ну давай, давай поэкспериментируем. Просто людям это интересно. Типа поясни за что. Просто школу, я, да? На самом деле, это все Марат Космонавт виноват. Он начал людей спрашивать. Короче, не, на самом деле все очень просто. Это типа Зара, Не, давай, давай, давай с кроссовок, от чего? Слушай, ну практически все Зара и может быть... Кроссовки Зара? Да, Зара, да. И знаешь, типа вот джинсы а-ля там, типа либо Бершка, либо... А это тоже хочешь сказать Зара? Это Зара, да? Да. Блин, а выглядит как Дольче Габбана, вот видали? Это диджейская просто тема. На самом деле, у меня просто есть пунктик, меня бесит тратить много бабок на шмотки. И они экономлю там на отдыхе, не знаю, на каких-то там приколюхах, там, не знаю, не экономлю там, могу там машину себе дорогую купить. Но мне впадло там тратить на одну тряпку больше там условно, чем 10 тысяч рублей. Там. Я не понимаю, не, конечно, это классно, когда человек там может пойти в ЦУМ и купить там себе что-нибудь там за овер там 50 и выше. Но и в принципе я тоже могу так поступить, но мне жаба душит пиздец, поэтому Зара. Зара, ну все, спасибо тебе большое. Спасибо. Удачи вам. Я надеюсь, вы победите, молодцы. Спасибо. Витек, как дела? Нормально. Привет. Привет. Это компания Космобол. Я ему поставил микрофон, а то он просто типа первый раз его держит. На самом деле он звезда, он это еще не знает. Витек, что ты мне расскажешь интересного? Слушай, ну не знаю, ничего интересного. Не жду Нового года, когда Дед Мороз придет, подарки подарит. То есть у тебя подарки, ты очень скромный, ты себе сам подарки не даришь? Нет, я жду, пока покупатели придут и подарят. Ага. А где у вас стенд Космо? Я что-то его не увидел. Стенд Космо стоит по периметру на той стороне. На той стороне обязательно дойдем. Обязательно дойдем. Что у вас вообще? Новые чашки будут, не будут? Я слышал, вы просто производство остановили. Да, пока. У нас не остановили производство совершенно, новые это чашки. Это был обман. Это да. Хейтеры, суки. Да. У нас новые чашки турки. Будут бомбезные турки с 19-го Китай взяли, года. Честно только. Или сами Честно, делали? Сами делаем. Молодцы. Обалденные вот вообще. Вот все говорят пока, что делают сами. Вот проверять ну, будем. В России нет проблем сделать чаши. Ну, возможно, у вас нет проблем.
Вот. Ну и что еще? А, кстати, заходи на стенд Космо, там Алексей из Самары работает. Вот. Алексей из Самары, хорошо, обязательно зайду. У меня, знаешь, какой вопрос к тебе? Витек, сколько оборот компании у вас? Ну, не знаю. А, не знаешь? Тысячу. А, ладно, а давай тогда другой вопрос. Да. Жена. Жена забирает. Слушай, ты соучредитель компании «Космо». Вот я сейчас одного помучу, я думаю, тоже людям понравится. Вот что он тебе за лук одет? Просто предыдущий участник оказался не очень богатым, на самом деле. Компания «Дафт» не богатая, если что. Витек, давай. Блин, что ну у тебя тут за знаю. Ботиночки? Ну, ботинки обычные, какой-то ноунейм, ну, 1080. Витек, а если не пиздеть? Нет, я серьезно. Ну, джинсы Томми вообще недорогие. Кофта Зара. Блядь, да что же не бомжи у нас, блядь, я себя чувствую просто мажором. Витек, ну, ты блядь. Мажор. Вот у Вова спросил, он Питерсмо хорошо. Я уже с ними пообщался. Самарские стереотипы. Все, Витек, я пошел дальше, я же тебе помочу. Спасибо. Давай. Спасибо. Зара, Витек, я ожидал, что ты сейчас, блядь, уделаешь. Это Рома, блядь. У меня, говорит, все Зара. Я стою, у него вроде кроссовки Дольче Габбана. Думаю, сейчас как пизданет. Очень похоже, пиздец. Я сюда специально скромнее одеваю. Ребят, я тут нахожусь на зоне. Это Табак Северный. Я рад, что вы здесь присутствуете. Как у вас дела? Ой, дядь, все хорошо. Хорошо, что все хорошо. Что нового расскажете? Новые два вкуса появились. Это мятка и черная смородина. В принципе, все. Ничего нового больше не происходит. Что в следующем году будет? Акциз. Акциз? Акциз. Прикольно. Необычно. А сколько будет громовка у вас? Ну, будет две новых граммовки. Соток не будет, будет 50 грамм и 250 граммовые пачки. Слушай, а правда, что Табак Северный делает на зоне? Ну, так мне часто пишут, но это по факту или не так. Или скоро будут делать на зоне? Не будут делать. Табак делают в нормальных условиях. Никто. Смотрите, там... смотрите, у них смотрящий вышел, смотрите, видали? Где Марат? Марат ушел. Слушай, ну, в принципе, я не знаю, что еще задать. Я честно рад, что вы приехали. Я очень хочу покурить. Но что-то стенд пустой. В чем дело? Короче, по мерчу все разобрали, как всегда. Да. Мы взяли очень много, но забрали очень быстро. Остались смотрите, кальяны, ребят, мандарины. Мерч Северного, видели? Это чисто мерч, да, наш, в принципе. Можете приобретать. Так, ну, у меня больше нет вопросов. Мы пойдем дальше, пока у нас не сел микрофон, потому что Саня забыл батарейки. А сейчас, внимание, кто-то не соблюдает правила и хуярит странную музыку. Шаман, привет. Да, здравствуйте. Можно два вопроса, держите микрофон? Давайте. Слушайте, ну они, в принципе, короткие. А у вас есть уголь самый большой какой? 31. 31. 41 будет? 41 не будет, потому что они тупо не поместятся в колодку. Слушай, большие продажи по большому углю? Вот поэтому. Большие продажи, нормальные продажи. Мы, ребята, очень честные. Да, есть некоторые люди, которые не взлюбили, есть, которые взлюбили. Некоторым понравилось. Допустим, у нас в Европе это пошло намного больше, чем в России. Потому что все-таки в Европе мы продаем 26-е, а 26-е как раз подходит под бачу. Вот, и бача, она такая, она более, как бы, она более раскрытая, и 31-е очень хорошо заходит. Слушай, у меня такой вопрос. А ведь должна быть на всех стендах одинаковая музыка. Почему у вас своя играет? Честно говоря, ну, ребята, вы с какого канала? Я не знаю, все, я пошел. Все, давай. Ну, нам, честно говоря, жаловались. Он меня не будет бить, честно. Не-не, нам говорили, что мы всем сказали в этом году, чтобы не было музыки, потому что шаманы в прошлом году зажили слишком сильно. Они в прошлом году хуярили под дождь, блядь. На летнем фесте, а на зим, на предыдущем, ну, Крисмас, я не помню, что было. Просто было пиздец, как много народу. Но на летнем фесте они зажгли пиздец. Но мы очень уважаем ребят, особенно уважаем Вову Минулину, который все-таки контролирует всю эту ситуацию. И когда нам говорят, спустите музыку или выключите ее, мы ее выключаем. Так что как бы... Хочу заметить, чтобы мне не дали пизды. Она нормально играет, тихо, просто другая. Но я должен был доебаться. Ну, по-доброму. Все, давай. Очень крутые кружки. Но у меня ее нет, потому что она дохуя стоит. Я решил не брать ее. Я вот так возьму ее, покажу, вот смотри. Уже давно эта тема, у тебя есть? Бля, у меня нету. Последний раз мы у тебя брали интервью на летнем Джанго Кальяно Фесте. Что изменилось? Какие новинки есть? Сегодня
выставка, вот это все мероприятие, его можно так, мне кажется, натяжкой назвать, это ярмарка. Сегодня мы здесь, чтобы люди купили подарки, мы продаем проверенные модели по хорошим ценам. Из новинок у нас Go, который мы осенью представили, вот это вот следующее. Вот это тоже осенью. Можно сразу вопрос? Да. Я у тебя спросил летом, будут ли бюджетные кальяны? А я не помню, там, наверное, включится какая-нибудь отмотка, да? Да, я да, скажу, да, нет, как... никогда. Да, да, да. Слушайте, у меня, знаете, такой нашумевший вопрос, а будут ли бюджетные модели, вообще совсем бюджетные? Прям вот. Я думаю, если будут, то это будет типа суббренд, что-то такое. Держи, держи, вот это красиво сейчас, да, да, вот. Да. Ну вот мы, да, продались, купились там, не знаю, ну, знаешь как, соблазнились вот так. Но я себе уже их тоже купил, магазин будущий, так что нормальный кальян, молодцы, ну, круто. Да, у меня, знаешь, какой важный вопрос? Да. Почему золотые кальяны так дорого, блядь, стоят? А, потому что эта история, знаешь, какая? А, давай мы к нему подойдем. Давай, давай. Смотри, во-первых, они дешевле Мига. Если сравнивать с конкурентами прямыми, Миг Тради, да? А, эти кальяны стоят дешевле. Миг Тради делается из латуни, это нержавейка. А, поэтому это более дорогой материал, более дорогая обработка, и мы их продаем дешевле, чем Миги. Собственно, вот ответ, почему они такие дорогие. Слушай, они дешевые, как бы, в сравнительном. У меня, как у аутсорсера, блин, какое слово сложное, у аутсорсера важный вопрос. Да. Мы сейчас новое заведение, ставим кальяны, мы выбрали Хупатом. Не уйдут ли они с производства? И можно купить, докупить любые запчасти, шарики, коннекторы. Вот у нас просто все воруют, понимаешь, гости. Да, да, это не первый. Все ты не первый, да, кто любит, кто рассказывает, что посетители любят зачем-то коллекционировать вот это все. Да, да. А, тут я приведу, наверное, пример такой с автомобильного рынка, когда машина сходит с конвейера, 20 лет делают запчасти. Мы 20 лет, я думаю, не будем делать, но какое-то время мы понимаем, что мы их продали уже больше 1000 штук. У нас заказывают колбы, запчасти, поэтому, ну, это тоже какая-то, на самом деле, минимальный заработок с этого есть, поэтому, ну, это интересно. Это сервис, как минимум это сервис, а мы за хороший сервис. Отлично. И еще вопрос такой немного денежный. Скажи мне, а по сравнению с предыдущим годом, в этом году, к концу этого года, вы больше заработали или меньше? Компания выросла глобально? Конечно, конечно. Мы масштабировались, я думаю, 1.5-2 раза. 1.5-2 раза. А куда вы сейчас продаете свои кальяны вообще активно? Россия все равно лидирует. Россия лидирует. Европа, Америка, она идет очень скачкообразно. То есть у нас появляется дилер заинтересованный, он закупает партию. А потом вторая партия, допустим, начинается какая-то логистическая проблема, еще что-то. И вот в этом мы они разочаровываются и порой не возвращаются. То есть российские дилеры, в принципе, у нас наработанный пул, и из месяца в месяц идут заказы. А с Европой тяжело удерживать дилеров, потому что они оплата, доставка. Им это тяжело понимать, им проще с Европы, с Польши, с Германии что-то заказывать. Ну, такие вещи, как бы, чисто уже бизнес, да, и такие каждодневные, вот эта рутина. Мы поэтому ищем дистрибьютора крупного. Сейчас в Америке есть ребята интересные, которые хотят много взять и уже шипить и по Америке сами. То же самое ищем в Европе. Все, я понял, у меня нет вопросов. Спасибо большое, давай, удачи. Спасибо большое. Короче, это Spectrum, и да, ребята, это свершилось, а у них появился акциз. Это не обман? Ура. Нет, это не обман. Вас никого не посадили? Никого не посадили. Это хорошо. Все на воле. Я рад, потому что Spectrum продается хорошо. Я буду продаваться еще лучше. Скажи мне, новые вкусы, они как вообще? Они, оно один такой попсовенький, да, это манговый завтрак, назовем так, манго с овсяной кашей. Ага. А второй это на любителя что-то, ну, как всегда, у нас есть, да, гастрономическая какая-то линейка, ага. что-то на особую публику, вот. И там китайские травы, что-то, ага. преобладает ревень. Ну и ценители, скажем, необычных вкусов не какие-нибудь в топы, в миксы себе отнесу. Слушай, я сегодня задаю очень необычные вопросы, ты как бы не удивляешься. У меня вопрос, много вы заработали денег? Ну, могли бы больше. Могли бы больше. А вопрос такой, а вы сейчас перешли на акциз. Сколько будет стоить 100 грамм Spectrum? 770 рублей в розницу. А после Нового года? Да. Ну, плюс-минус, если изменится, то совсем незначительно. Не, ну, в принципе, это нормальная цена. Ну, да. Это вполне хорошо. Я надеюсь, у меня не отберут дистрибьютора после этого интервью, и я буду его тоже продавать. Ну, да, а надеюсь, всем спасибо, да. С вами был Spectrum, пока еще здесь. Молодцы, поздравляю. Спасибо. Молодцы. Парень только что сказал, что душа сегодня не будет. Да ладно, душа не приехала. Вот сейчас мы спросим. Витя, Витя, стой! Где душа? Скажи мне. Вот где? Душа. Огромный стенд.
У меня был вопрос заготовлен. Говорят, так, что кальян «Душа» закрывается и больше не будут их производить. Здравствуйте, меня зовут Максим, я из Екатеринбурга. Ага. Вот. Нет, кальян «Душа» не закрывается, все нормально. Ага. Вот, все хорошо. Как обычно, три модельки, ждем новинки в 2019 году. И опять очередь, дохуя времени ждать. Да, но у тебя будут. Да, и главное, у тебя охуенная BMW. Сколько, три или две? Три BMW. Три BMW. Все, заебись, давай. Спасибо. Спасибо, спасибо. Удачи, хороших продаж. Приезжайте, конечно, смог вам на второй, трезвой, мужской, четвертый. И закупайте все вам, что нужно. Нам потом еще чин-чинарем сделаю. Понял? Вайс-вайс сделаю, все Путина, да? 100%. 100%. Пацаны отвечают. Так что вообще не стоит париться, как бы бля ручает. Это были продажи от Сахи, ребят. Ничего не меняется, он молодец. Майя еще по телефону пиздит. Чисто дагестанская продажа. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, 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 здравствуйте! Можно пару вопросов? Вот вам микрофон. Спасибо. Скажите, вот за эти прекрасные кальяны, которые уже успели нашумить в интернете, в разных группах, разных чатах, что вы скажете? Они продают сегодня уже за сколько? Они сегодня все продались. Охуительные кальяны, самые лучшие. А у вас не матерятся? Матерятся? Самые... Нормально. Нормально, да. Заебатые кальяны. Я, правда, не знаю, сколько они стоят. Я вообще здесь не работаю. Нахуй вы мне дали микрофон, я не понимаю. Поэтому, братан, отвечай. Нет. Ну, в принципе, все, что он сказал, правда. Правда, осталось еще пару трех кальянов. Поэтому, если хотите успеть, приходите быстрее. Стоимость кальяна 15 тысяч рублей. Это шахта. В розницу? Это сегодня. В розницу будет стоить 18 тысяч рублей. Вот это кальян. Сейчас 15 тысяч рублей – это шахта, шланг, мундштук и блюдце, соответственно, со всеми уплотнителями. А в будущем, в дальнейшем, планируем производить накладки, чтобы, если вдруг что-то там уронили, покоцали, можно было спокойно поменять за приемлемую цену. На колбы садятся на любые, то есть каких-то ограничений нет. Слушай, а если я к вам ночью в магазин приду в Москве, у меня будет скидка? Слушай, ну в итоге давай про воровство закончим. К сожалению, шутка не зашла и отвалилась, но все же. А как так вышло? Что это, блядь? Нахрена и почему украли так мало? Да хрен его знает, какие-то фанатики. Скорее всего, сделали это люди, которые не из индустрии, потому что брали просто на бум, что легко лежит. Потому что сразу срабатывает сигнализация. Ну и, соответственно, там, я думаю, что они просто брали все подряд. Не знали, что скрывать. Ну, Слушай, компания Smoke Lab, что готовит она в следующем году? Smoke Lab? Удивление. Удивление? Восторг. Ага. Радость. Радость? А в чем она будет заключаться? В удивлении, в восторге. Вот видно, что человек не спал сутки, как и я. У него уже все, походу, за конец, конец. Да, купите лучше чашечку Smoke Lab. Где моя любимая чашка? Сейчас я покажу. Стоп, где она? V1. Да, да. V1. Блять, вот так всегда, нахуй. Как я хочу, блять, заказать Smoke Lab V1. Знаете, в чем проблема? Их нету. В чем? Проблема в том, что все кайфовые чаши Smoke Lab, это практически все, очень быстро заканчиваются. И они дешевые. Ну, я бы не сказал. Ну, кайфовые, смотри, кайфовые. Объясню. Кайфовые, V1, дешевые. V1 в Самаре топ in the топ. Самарцы все сейчас лайк поставили прям сразу в комментариях. По-любому. V1 реально очень крутая чаша. Она есть у вас и, похоже, есть у Космо. Но мне больше нравится ваша. А ты пробовал наши новые чашечки? Покажи, какие. Rocks. Есть такая в молочении, есть такая. Слушай, но это же ведь похожая чашка, где-то такие уже есть, нет? Нет, нет, братан, эта чашечка делается по технологии 15 века. В печку без кислорода запихиваются такие чашечки, потом сутки лежат и вытаскиваются просто бесподобными. Печка работает на дровах. Прикольно, круто. В нескольких поколениях люди делают такие вещи, мы не раскрываем, кто это, но ради нас они решили раскрыть свои секреты. Слушай, у вас есть милас-уловитель, сколько они стоят и налазят ли они на все кальяны? Тебе сказать, сколько они стоят, да, именно сегодня, либо сколько? Да вообще, стоят? Нет, вообще. Ну вот смотри, сегодня они стоят 1100 рублей, а в розницу в обычные дни в московском магазине Smoke Club на 4 Тверской Ямской, дом 7, 1400 реклама рублей. Ага, понял. А вопрос такой, почему Smoke Club пришел в Москву? Круто это было? Дало ли какой-то профит магазину и компании в целом или нет?
Я думаю, что да, Москва очень многому научила Small Club. Она дала нам какой-то свой фидбэк, который дал нам толчок для новых там, начинаний, идей и так далее. Потому что на самом деле очень о многих идеях люди просто не знают. То есть мы постоянно разрабатываем. То есть вот эти кальяны, они уже достаточно давно уже были сделаны. И пробные модели. Мы их тестили, проверяли, смотрели, изменяли. И вот сейчас выпустили первую партию пробную. То есть показать людям, что мы делаем. Есть еще очень много, куча наработок, идей, и я думаю, что мы постепенно будем вливать все наши идеи в народ, чтобы он кайфовал и радовался. Сколько Small Club продал франшиз в этом году? Не знаю. Не знаешь? А сколько планируете? Моя сфера. Будет ли вообще, продаете вы франшизу, в принципе, или нет? Да, конечно. Продаете. Какие цели на следующий год? Не ко мне. Точнее, давайте так я скажу. Давай. Цели большие, я о них знаю, но какие озвучивать можно, какие нет, я не знаю. Хорошо. И чтобы не получить пизды ни мне, ни ему, мы пойдем дальше. Да, серьезно. Спасибо. Пожалуйста, что-нибудь там. Не дадите мне пизды? Спасибо. Держи микрофон. Это какой-то лысый человек, он хочет сказать свое мнение о сегодняшней выставке. Выставка неплохая, но я немножко ждал большего. Очень напоминает прошлый год, все те же самые производители, все те же самые, да и гости одни и те же, ничего нового в принципе. Друзья, и слишком дорогой билет. Друзья, хотите посмотреть на человека, который не купил билет и звонил мне сегодня в 12 часов дня? Это он. Да. Я прошел. Он прилетел в Москву. Бесплатно? Не запоминайте меня, да. Леворонский Антон, запомнил? Все, да, все, давай. Не встречай меня на вход. Давай, красава, красава. Давай, мы дальше пойдем. Спасибо. Увидимся еще. Soft Smoke, здрасте, друзья. Можно с вами пообщаться? Привет. Берите микрофон. Кто будет отвечать на мои вопросы? Раз. Представьте, пожалуйста. Микрофон, да. Меня Геннадий зовут. Геннадий, как дела у компании? У нас все хорошо. Все хорошо. У вас, как вы работаете, с дистрибьюторами или сами продаете? И так. Сколько стоит сейчас самый дешевый кальян у вас? В розницу 3-400 стоит, он? Да? Да. На него есть всякие разные насадки, я правильно понимаю? Да, накладочки сделаны. Накладочки, да. Да. На любой кошелек, вкус как бы, да, то есть человек сам выбирает, как он хочет сделать себе. Что это такое? Это на мартовской выставке мы привозили станки, и на них вытачивались эти кальянчики. Блин, это очень круто. Ну, типа, прикольно. Классная штука. Молодцы, что у вас вообще планируется в следующем году? Сейчас планируется дожить до следующего года, да? А что уже такое? Почему, после праздника почему будем думать. А, после праздника. Да. Понятно. Ладно, мы пойдем дальше. Спасибо вам большое. Удачи с наступающим. Такой у него говорит? Гарик. Алло. Привет. А ты знаешь, что я восхищаюсь твоими чашами, микрофон работает, он его слышно? Хорошо. Отлично. Гарик, когда, блядь, появится что-то новое? Очень все классно, вот это просто божественно, но когда будет что-то новое? Скоро, очень скоро, Серег. Когда? Немного подождать. Я думаю, 2-3 года, планчик. Не, серьезно. Я думаю, что может быть к лету что-нибудь родим, прям прикольно. Не хотим делать просто большое количество чаш, и чтобы они просто были. Хотим делать, если делать, то делать топчики прям. Ага. Скажи мне, ты выиграешь сегодня, нет? На Джон Кальяна премию. Очень... Слушай, мужик, но я не хочу тебя отвлекать, потому что я знаю, что ты работаешь как мама и продаешь, честно. Я уважаю это. Я уверен, что выиграешь. Я голосовал за тебя, потому что ты мне вчера скинул денег. Спасибо. Спасибо, Гарик. Давай. Давай еще раз, мужик, от души. Очень красиво. Короче, ребят, расскажите, что у вас нового? Что крутого, что интересного? На самом деле сегодня продаем классические модели со скидками 50%. То есть это Colorwood, это Version B, Forever Steel, Forward. Соответственно, всего 4 модели, Colorwood в разных цветовых вариантах, все скидка 50%. А почему такая большая скидка? Распродаем остатки. И вы что, завязываете с производством, или что-то новое будет? Будут новинки. Обязательно. Да, это остатки действительно хороших кальянов по хорошим ценам. Сколько такой кальян сейчас стоит? Вот полная комплектация 9900. Вместе с колбой, вместе. Блять, а мы его тысяч, наверное, за 18 покупали, мне кажется, когда-то. Да? 10, ну, 9900. А шахта, сегодня? Сегодня. А вообще он стоит сколько? 1018? 1018. 50% скидка, как и сказал, я не вру. Этот шахта, шланг и чашка 7000, колба 600 рублей.
7 часов. Но сегодня очень лояльные цены у компании РФ, потому что мне вот, на самом деле, я сейчас объясню, что меня притянуло. Мне очень нравится этот мундштук. Они очень удобные, прикольные. Не знаю, вроде все просто, минималистично, очень круто. Какие планы компании на следующий год? Что ты мне можешь сказать про это? Будем делать новые модели. Вообще новые? Развивайте старые и продвигать новые. Все, я понял. Молодцы, с наступающим вас. Спасибо. До свидания, спасибо. Мы побежали дальше. Можно взять у вас интервью? Да? Удобно? Да, момент. Надо ответить. Нет, это я наврал. Держи. Да? Скажи мне, будут это такие серьезно? Немного неординальные вопросы, но я думаю, будет весело. Значит, во-первых, как Dark Side Tour? Весело. Наконец-то мне начало заходить то, что они делают с точки зрения нового сырья, потому что старое, ну, не всегда заходило. То, что делают сейчас, прикольно. Не все пока ромки легли. То есть Ура Арт, допустим, Fallen Star мне не понравился. Но Color, ну просто огонь. Тебе просто очень понравился. Огонь. Да. Слушай, раньше просто ты не любил Dark Side. Да, именно так. И сейчас это тот продукт, который мне интересен и по нюансам вкусового сырья. И с точки зрения производства он стал другой. И по стабильности. У него вот эта вот рамочка между тем, когда мы курим на пониженной температуре, и тем, когда повышенная температура еще не дискомфортная, она стала шире. Ага. Поэтому он стал, наверное, немножко попроще, поинтереснее, поэффективнее по нарезке. Они там обещают, что не будет волос и всего остального. Я не знаю, на производстве, да, не был. Но с точки зрения того продукта, который я увидел, и той ароматики, как она что легло, что нет, да, есть над чем работать. Окей, но, ребята, типа, это гораздо лучше, чем все, что было до того. Слушай, банальный, но очевидный вопрос. Я думаю, у тебя уже спрашивают. Я спрошу еще раз. Сколько платит Dark Side за тур? Смотри, это действительно некомфортный вопрос, но я на него отвечаю всегда и легко, потому что, ну, иначе... Я поэтому, да, спросил, как смотри, бы... Смотри, отвечаю честно, прихожу в офис Dark Side, говорит, надо подписать бумажки, получить мерч. Окей. Прихожу, мне дают бумажку, говорит, распишись. Я говорю, это за мерч? Он говорит, да, и еще кое-что за что. Я подписываю бумажку, и мне дают 50 тысяч, по 10 тысяч за город. Я такой, а это что? Я говорю, ну, так вежливо, так как бы надо платить деньги, вы же ездите, но как-то я трачу твое время. Я говорю, какой нахрен, я на это подписался, потому что мне это интересно. Мне интересно поездить по городам, вы мне оплачиваете гостиницу, типа, и перелет, и этого достаточно, я просто, ну, как бы, хочу посмотреть, что происходит на рынке. Слушай, я не могу заплатили. Еще 3000 внутри города на расходы. Расход. Да, то есть... Вот всю правду раскрыл, молодец, спасибо. Ну, знаешь, такой вопрос... Я наоборот, я горжусь тем, что они это делают. Правильно. Я согласен. Просто многие увиливают от этого, от вопроса. Я тебе честно скажу, многие не брали деньги вообще. То есть есть люди, которые в коллаборации, мы об этом не говорили. Нам несколько раз, мне сказали, мы с тобой вроде говорили об этом, у тебя есть ценник, ты нам назвал. Я говорю, нет, у меня нет такого ценника, вы чего? А, нифига себе. Да, слушай, ну прикольно. Я не планирую этого всего. Слушай, знаешь, вопрос уже не связан с Dark Side. У тебя очень хочу спросить. Танжир с акцизный, по-любому уже курил, 100%. Ты знаешь, вот ни хрена не курил. Да ладно. Это при том, что я, по сути, открываю Танжир с лаунж в Москве. Вот. И я надеюсь, что это будет. Вот сделал следующий вопрос, мой перебил. Я хотел тебе... Когда? Расскажи, когда? Давай. Слушай, с датами сейчас не скажу, но я бы на вашем месте ориентировался на февраль. Ага. На деле, я думаю, что мы откроемся, но просто с самого начала нужно мне немножко раскачаться, вспомнить, посмотреть на команду, стереть какие-то вот шероховатости, все это в процессе нарабатывать. С кем в коллаборации открывается Танжир Славович? В Москве и на где? На этот вопрос я ни в коем случае не отвечу. Но я думаю, что коллаборация Кирилл Глущенко и Артем Синяков и так уже нормально. Все, спасибо, Илья, ну, спасибо большое. Это их франшизы, и они большие молодцы. Спасибо. Мы побежали, спасибо большое. Ребят, с кем по Мастхэву поговорить? По Мастхэву с кем, пожалуйста, кто-нибудь? Как давно вы занимаетесь? Здравствуйте. Из Самары, Сургаев, Ченова, наверняка знаете. Привет, да, конечно, обосрал наш табак, хорошо. Держи микрофон. Вы пишете, короче, табак Мастхэв. Я уже 4 года. Ребята, что я могу сказать? Ну, давайте без всякого хейта сначала поздравить с охуевшим голосованием. Хоть вы знаете, что я немножко вас обосрал, но немножко. Я сказал свое личное мнение, ты знаешь. Хорошо. Мнение есть у каждого. Да, значит, я задам такой вопрос, они будут немного кавис, но веселые. Как сделать из говна конфетку, расскажи. Как сделать из говна конфетку? Нужно говно на 90% разбавить хорошим продуктом. Ага, круто, хороший ответ. Следующий вопрос. Что будет в 2019 году с Мастхэвом? В 2019 году с Мастхэвом. Новогодняя задумка, все понятно. Будут новые вкусы, несомненно. Мы будем чередоваться. Будут вкусы
моно, для того, чтобы кальянщики могли как бы выразить себя в миксах. И, конечно, для тех, кто в конце смены устает и у него что-то просит супер-пупер вкусное, ему лень миксовать, будут крутые миксы. Слушай, как ты относишься к лютому хейту со стороны некоторых блогеров? Просто к лютейшим. Я на самом деле лютейшую, ну, есть хейтеры, но каждый человек имеет мнение. Мое мнение конкретно, у каждого табака на рынке есть охреневший вкус. Я их часто курю, они мне нравятся, и это круто. И чем больше хейта, тем больше у нас как бы заряда на то, чтобы поправить как бы какие-то свои ошибки. Ну, я не сказал бы это, что это ошибки, да? Просто у нас есть свое видение, у людей есть свое видение. Если хейт подкрепляется массовым хейтом, мы активно начинаем работать. Правильно. Слушай, вопрос следующий, тоже веселый. А что будет с дистрибьюторами, которые будут кушать табак? Поехали! Спасибо. Дистрибьютор, который кушал табак, увеличил продажи мастхэва вдвое. К сожалению, я думаю, его уволили. Надеюсь, что все будет хорошо. После этого, кстати, подключились люди в учительский, да, вы знаете, да? Ну, я не знаю, почему это происходит. Есть хейт, есть хайп, это все нормально, это рынок, это кальянный рынок, и он такой есть. С этим сложно поспорить. Слушай, я с тобой согласен, ты молодец, супер позитивный чувак. Удачи, я надеюсь, вы выиграете, вы молодцы. Даже, не знаю, Дафт или вы, типа, вы очень, ну, мастхэв я не ожидал, круто, молодцы. Спасибо вам. Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо. Блять, молодцы, охуенный кальян, очень крутые продажи, все круто. Но когда вы даже мне его отправите? 1 октября оплатил. Да ладно. Да. Такого не может. Да. И я не один такой. Не, если оптом, то такое возможно. Оптом. Да. Много. Еще сентябрь не отгрузили. Вот. Почему, ребят, почему? Ну, потому что нам не хватало. Ну, мы предупреждали, что сроки большие будут. Не, понятно. Вот. Но сейчас мы реабилитируемся, все догоним, потому что мы оборудование докупили классное. Вот, и все по-быстрому делаем. Следующий вопрос. Как вы боретесь с китайскими подделками? Я просто вчера мониторил и охренел, что они есть на ваш кальян. Ну, типа не обращал внимания никогда. Они вообще с лета появились. И буквально вот через 5 месяцев после того, как мы кальян выпустили, появились подделки китайские. Как боретесь с этим? Ну, пока никак. Пока пофиг, да. Потому что, ну, по качеству они вообще никакие. То есть это не конкурент нам. Если они сделают что-то получше, то, да, как-то будем бороться. Ну, у нас все заявки поданы на патенты, на все. Поэтому смысла им нет в России продаваться. Че, кальян года возьмете сегодня, нет? Конечно. По-любому? Да. А что ждет компанию в следующем году? О, компанию ждет перевоплощение. Мы планируем запустить линейку аксессуаров полноценную. Это будут чашки, молокиллеры, что щипцы будут фирменные, мундштуки, кстати, обновленные, с нержавеющими носиками, у кого там что откалывается, больше не будет откалываться. И, конечно, кальяны новые. Классно, удачи вам, с наступающим, парни, спасибо. Итак, маленькое включение, с вами кальянный мастер твоей мамы. Этот чувак выкинул 40 ебаных тысяч за этот микрофон. Если ты не поставишь лайк под этим видео, ты долбоеб, чувак. 40 тысяч рублей, блядь, посмотри сюда, это пиздец. Ты красавчик. Спасибо. Короче, удачи, кстати, молодец. Я не выиграю. Ну, чувак, если объективно, мы можем поговорить объективно на камеру. Ну, давай. Слушай, ну, объективно, Марат. Ну, честно, я люблю тебя, я тебя смотрю, и тебя смотрю, Марат. Объективно, как ты думаешь? Сам факт того, что я попал вообще, если мы сейчас говорим о серьезке, без юмора, сам факт того, что я попал в номинацию, это уже пиздец. Моему каналу официально нет года. Абсолютно похую, кто выиграет, честно. Потому что попасть в номинацию, когда у тебя канал создан 3 апреля, и типа, ты вообще ноунейм, окей, мне похуй. Я пришел сюда, кайфую с своей малышкой, и нам максимально заебись. Огромное спасибо за эту выставку, спасибо тебе, что взял интервью. Спасибо, все, мужик, рад был увидеться, познакомиться. Еще поболтаем обязательно. Все. Здравствуйте. Как у вас дела? Можно у вас пару слов? Да, конечно. Держи микрофон. Спасибо. Расскажи, да все, говори прям сразу мне. Не, ну подожди. Просто давайте пробежимся по выставочке. Расскажи мне, как тебе выставка?
Я знаю, ты был в прошлом году 100%. Я не был на зимнем, на самом деле. Мне кажется, что я тебя видел. Да? Ну, может, кого-то похожего. Может быть. Что ты скажешь? Да мы все хочу друг на друга. Да не говори. Слушай, что... Тебе как вообще здесь атмосфера, обстановка, что вообще? Слушай, на самом деле, ну так слабенько, конечно. Я бы там вот больше. Нет, фактически, вот мне кажется. Что люди, которые мимо проходят, прикольно, да? Да. 2 часа достаточно для того, чтобы здесь все посмотреть, все попробовать покурить. Немного еще не привыкшие люди к дегустациям, то есть постоянно все вот тормозят усеты, курят один кальян по 500 часов. Вот, я подхожу, пробую, делаю одну тягу, мне все становится понятно, поэтому я думаю, что если бы все так было, 2 часа, этого достаточно вот так вот, чтобы все оценить. На самом деле ожидалось больше продуктов, ничего в принципе такого прям фантастически нового, то есть я даже ничего не купил, понимаешь? Ну, вот. Я есть интересные, что вот, например, коллаборация Total Flame с Сатиром, я сразу туда, соответственно, вот. И еще самое важное, мне кажется, люди до сих пор внутри коллектива не знают, что такое, к сожалению, работа с людьми. Вот, я могу даже, обычно говорят, не называя имен, да, но когда ты подходишь на стенд Матпира, да, и ребята прекрасно понимают, что у них есть новая модель мини, и, сука, тебе интересно, сколько она стоит, ты просто шел мимо, ребят, о, вау, минька продается, сколько стоит, а тебе в ответ, типа, блядь, я заебался, подойди там с той стороны, все цены есть. Вы что, угораете? Так нельзя делать. Так, в смысле, понимаешь? Да, у тебя есть 11 часов для того, чтобы максимально вот этому народу рассказать про себя, про свой продукт. Но, к сожалению, многие еще не умеют работать с людьми. Вот, например, ВТО, да? Они как бы круто сегодня работают. Вот у них летом, скажем, ребята не понимали, за какой бренд выступают. Просто коленчики пришли и в конце просто набуханные танцевали под фейса. Вот это неправильно, я считаю. То есть, мне кажется, все вот эти ребята еще только учатся тому, как надо общаться с аудиторией, как работать вообще на B2B формате. Вот. И только вот это меня расстраивает, что люди толком, блядь, не знают, за какие бренды что нужно говорить. Вот. Ну, как-то так вот. Да, ну, я с тобой, в принципе, согласен, потому что... Я беру у тебя интервью, видишь? Да, у меня здесь петлиха еще висит, так что... Да, все, ладно. Короче, смотри, мы подошли к Матпиру, я говорю, чуваки, вот с камерой у меня оператор трясется, давайте, типа, это, 2 слова. Блядь, через 3 часа подходи, ну, типа, не очень приятно, потому что... Все, везем, прем с собой оборудование, хотелось бы, конечно, и так не отвлекаем, когда делать продажи, тоже не очень приятно, я как бы с тобой согласен. Ты как считаешь, B2B или B2C это мероприятие? Это абсолютно B2C полностью, потому что нет ни одного мероприятия в мире, которое бы было лучше, чем Hookah Club Show относительно B2B формата. Это факт, я думаю, даже если бы это увидел Антон Гайворонский сейчас, он бы не обиделся, потому что он делает тусовки, а Hookah Club Show это туда, где подписывать бумажки, туда, где покупать и все такое. Спасибо, мужик, за мнение. Спасибо. Пока-пока. Да держи. А, Серега, охуенный блогер, подписывайся на него, все заебись, ебать. Меня зовут Саркози, ебать. Всем доброго здоровечка, все. Ой, главный вопрос один. Правда, что цена Саркози после Нового года не изменится? Она понижится, ниже станет. Еще ниже? После Нового года? Да. Бля, все, я тогда понял, ты занят очень вечно? Ася сейчас можно? Вася, можно стоп, интервью стоп, взять? Стоп, или она занята? Да. Ася, здравствуйте. Хотели вас интервью взять, можно? Вижу микрофон. Вот, камера у нас сзади вас. Ася, хочу вас поблагодарить. У меня микрофон свой, вы держите. Хочу вас поблагодарить за то, что вы боретесь с кальянами, историями. Я все это читаю, смотрю. У меня только один вопрос. Я занимаюсь аутсорсингом профессионально в Самаре. И почему вы против кальянов в ресторане? Потому что в ресторане кальяны могут увидеть дети. И я понимаю, что вонючая палочка, как сигарета, которую слегка перехватываешь в процессе работы, это очень такая история, которая неинтересна никому, кто младше 18. Привет. Ну смотри, можно на ты, да? Да. Смотри, у нас, например, где мы занимаемся аутсорсингом, делается вытяжка, огораживается зона, пускают только 18+, в принципе. И в этом же нет ничего плохого. В этом и суть. Если у вас ресторан, специализирующийся на курении кальянов,
вы туда не пускаете 18 минус. Да, мы не пускаем. А следовательно, вы можете получить статус, который называется только для кальянных клубов. То есть я как раз добиваюсь идеи того, чтобы было понятие, вот здесь мы курим кальян, а вот здесь кальяны не курим. И там, где мы не курим кальяны, чтобы не было вот этого вот, а у нас общепит, но на самом деле это без табачки там и так далее. Там, где реально может происходить контакт. Следовательно, если мы отделяем категорически возможность увидеть малолеток, если там хорошая вытяжка, если там акцизные табаки и так далее, это заведение может получить статус кальянный клуб. Значит, оно какое-то, у него есть ограничения, да, но при этом это все равно гораздо более выгодно и для кальянных клубов, и для ресторанов. Ася, как вам сегодня мероприятие вообще в целом? Что я, скажешь? Честно говоря, только зашла, поэтому я еще не могу окончательно судить, но, конечно, это лучше, чем в прошлом году. Ага, отлично. А я вам еще раз хочу сказать спасибо от всех, наверное, людей, кто курит кальян, занимается кальянным бизнесом. Мы из Самары, если что, готовы помочь. Спасибо, что мы с вами познакомились. Мы спасибо пойдем дальше. Вам. Спасибо вам. Спасибо. С наступающим. Спасибо. Какая классная чашка. Я согласна. На ней вообще реально курить или нет? Да, она полностью из глины, шаматированная, из такой же, из которой... А вы отправляете делали... такую чашку? Ну, она продается? Да, она в одном экземпляре. И сколько она стоит? Стоит 10 тысяч рублей. О, сколько? Вы можете взять в руки ее. 10 тысяч рублей. Ребят, давайте мы напишем в комментариях, стоит ли мне ее купить в свой новый кальянный магазин. Стоит или нет? Или ее стоит это уронить? А, покажите, что у вас крутого. Я просто видел, Саша Гупал из Новохули выкладывал огромную чашку. Вы ему ее сделали. Вот. Это? Нет, вот такой вот большой. Огромную, да. Для кальянной огромная его баффало. Мы делаем баффало размером в 3 раза больше, чем этот уровень. А вы такую сможете нам сделать? Мы заплатим. Да, мы сделаем. Дело в том, что баффало будем делать. Вот это наша очень самая популярная чаша из глазури. И мы поэтому делаем ее в варианте big, ну то есть большая. Mm-hmm. Вот. Первая чашка пойдет как раз-таки со Шикахули, а дальше уже будем, вот, собираемся их сделать серию. Как будет развиваться компания в 2019 году? Отлично. Это была команда Дон Боланд Хука. Спасибо вам. Не, не называться, а развиваться. А. Ну, называться я понял, да. Что? Мы добавим новые чашки из сегмента с низким прайсом, которые будут в крупном опте доступны, но качество, опять же таки, мы сохраним. То есть мы будем идти не по пути не увеличения стоимости, а пытаться сохранить конкурентоспособную цену. Вот. Ну и также у нас добавится посуда для кальян. Гончарная посуда с очень классными глазурями реактивными. Мы ее сейчас тестим, делаем. Вот так вот. Спасибо большое. С наступающим вас. Доброго. Очень крутые чашечки. Молодцы, молодцы. По поводу вук. У меня такая проблема. Я заказал у вас 2 вуки. Ну, вообще их много было. Заказал 2. В одной вуке шатается чашка, блюдце. И она как-то, ну, плохо стоит на блюдце. Что делать в таких ситуациях? Ну, если вы у нас покупали, да, к нам обращаться. И вы ее просто обменяете? Ну, мы не просто так меняем. Мы с нашими польскими партнерами проводим определенные действия, ну, грубо говоря, экспертизу. Ага. Если случай признается производителем гарантийным, то, конечно, мы меняем. Что будет с компанией «Воскуримся» в 2019 году? Все будет хорошо. С 2003 года с нами все хорошо. Не, ну вы очень старая компания, да, безусловно. Но что-то новое, что-то изменится, какие-то новые продукты еще будут. Ну вот сегодня у нас представлен ряд новых продуктов. Это Гока Гром, новая модель, то есть Гром, это молния. А я видел, да, видел, мы да, сейчас снимем. Да, вы видели. Калаут Лотус, вторая версия, буквально сегодня приехал. Наша новая чашка. Какая? Сейчас вам покажу. Сабин! Сабина! Вот такая чашечка мы... О, прикольно, давайте. Сделали, то есть орел, вообще это символ города Пятигорска, откуда родом наша компания. Надпись Пятигорск. Ну, такая приятная для души, скажем так, чашка. У вас сеть розничных магазинов есть сейчас еще, правильно? Да, безусловно. Сколько сейчас магазинов насчитывает ваша сеть? Пятигорск, Ставрополь, Краснодар, Москва. По одному в каждом городе? По два. По два. А, если не секрет, а какой примерно оборот компании, или это секрет? Ну, это не та цифра, которую хотелось бы говорить на камеру. Ага, я вас понял. Спасибо, с наступающим Новым годом. Спасибо за информацию.
Компания «Элемент». У меня накопилось много вопросов. И первый вопрос. Как у вас, друзья, продажи? Слушай, ну все отлично. Они растут из месяца в месяц. Динамика положительная. Слушай, я выступлю тем самым человеком, который... Хейтером? Да, который будет жаловаться на ваши продажи. Почему многие люди не хотят с вами работать сейчас? Не Например, знаю. Я. То есть, ты не хочешь, наверное, ты ну, смотрите, вредный, наверное. Да, вот возможно. Просто у вас вопрос с дистрибьюторами. Как вы их даете все-таки? Есть ли какая-то история? Систему дистрибьюции мы до сих пор продолжаем обкатывать. Mm-hmm. От каких-то дистрибьюторов мы отказываемся, каких-то находим новых. Но это целая сложная система по подбору. Ты хочешь нашу дистрибьюцию? Слушай, я уже не хочу, я хотел, но мне ее почему-то не дали. Очень странная история. Ну, не обижайся на это. Не, я не обижаюсь, давай, объясню, давай так. Нормально же общались. Да, нет, все хорошо, я просто объясню, это вопрос не только мой. Это вопрос многих людей, которые очень разочарованы. Они брали ваш продукт, продавали, вы им обещали дистрибьюцию, в итоге дистрибьюцию получали другие. Я как бы не хейтер, я просто рассуждаю. Ну, не знаю, о каком конкретно случае ты говоришь, но вообще, знаешь, он не один. Есть обратная ситуация. Есть ситуация, когда человек очень долго просит дистрибьюцию, просит, получает, и продажи начинают падать у этого дистрибьютора, нет никакого развития, и спрашивается, зачем человек брал дистрибьюцию. Оказывается, что, например, люди набрали дистрибьюцию там по 7-8 позициям, да, разных продуктов, и им интересно продвигать какой-то один бренд, они просто залистовали это в прайс и ничего не прилагают, никаких усилий. Поэтому с такими людьми стараемся не работать и более качественно подходить к выбору дистрибьюторов. Слушай, у меня вопрос, а когда будут другие более крепкие линейки? А вот если ты еще не был на нашем стенде, то я тебе рекомендую проходить прогуляться. На этой стороне у нас линейка «Вода», два новых вкуса, чабрец, бергамот и кола. А на этой стороне у нас линейка «Земля». О, «Земля». Линейка «Земля», про которую все нас спрашивают каждый день по миллиону раз. А сегодня здесь у нас четыре вкуса. Один из них эксклюзивный, который будет только на линейке «Земля», это вкус «Кашмир». Многим знакомо это слово, многие знают этот вкус. Теперь его можно покурить и у нас. Это эксклюзивно для Джон Кальяно Феста. В продаже этой линейки нет, она появится в продаже только в январе, но покурить можно уже сегодня. Отлично. Слушай, крутили ли вы голоса на голосование? Нет. Зачем? А почему все говорят, что крутили? Не знаю, кто так говорит? Ну, все говорят, в кальянном чатике пишут, еще где-то. Не, зачем? Мы просто, мы везде размещали, мы просили наших друзей, наших родственников за нас голосовать. Мы выкладывали информацию о голосовании во все наши соцсети. Как вы считаете, вы сегодня победите? Не знаю, надеюсь. Что будет с «Элементом» в 2019 году? Появятся новые линейки, появятся новые рынки сбыта, продукт будет дальше развиваться очень стремительно. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я не хейтер. До свидания. Давай, пока-пока. Оп, пойдем. Так. Сергей Меркулов, совладелец Чебака, занимаюсь компанией маркетингом. Слушай, у меня такой вопрос. Сколько денег потратилось на Чебака на данный момент примерно? Можно просто примерную цифру? Ну, общий порядок уже больше 20 миллионов рублей. В основном затраты на опыты с продуктом, да, потому что не секрет, что продукт постоянно дорабатывался первое время, и несколько тонн, ну, продукции реально там не ушло в продажи, потому что мы экспериментировали с сырьем, с технологией, и вот в начале 2018 года мы начали строить свое производство, к началу лета его закончили, и вот вторая часть инвестиций – это как раз свое производство в Москве, уже с автоматизированным оборудованием, где все по датчикам, там контроль времени, контроль температуры и суперстабильное качество от партии к партии. Слушай, ну круто, вы меня реально удивили. Мне вот сейчас есть несколько чайных игроков на рынке. Мне очень сильно улыбнулась Чебака, я не знаю почему. Но я опять-таки не могу сказать, что, например, Дали чем-то проигрывает. Объясню. На каждого потребителя свой продукт, все безусловно. Верно, абсолютно. Типа, ну мне вот вы почему-то ближе. А вы добавляете жидкий никотин, правильно? Да, все верно. А какого качества, где вы берете? Здесь не секрет. Ну просто это, многие в принципе, скрывают. Не секрет. То, что мы используем жидкий никотин, да, у нас есть две линейки. Medium и Hard, они отличаются просто тем, что в полтора раза больше в крепкой линейке никотина. В России сейчас всего один поставщик сертифицированного жидкого никотина. И, ну, я знаю, что многие пользуются, в том числе и Дали. То есть у нас один как бы поставщик. Все остальное это контрафакт и либо какого-то очень низкого качества. Поэтому такая будет ли Чебака делать табак?
Все спрашивают об этом, это вопрос года, серьезно. Все ждут от нас. Скажем так, мы никогда не останавливаемся в развитии. Уже есть эксперименты, но решения о том, будем ли мы запускать такой продукт, финального пока нет. Но вот вам инсайт. Весной мы точно ответим на этот вопрос. Отлично. Я хочу вам пожелать удачи, успехов. Вы делаете крутой продукт, спасибо. Спасибо большое. Из-за этого продукта нас не выгонят с аутсорсинга. Если что, будем продавать чай. Меня зовут Роман Крецу. Роман. Санкт-Петербург. Чем ты занимаешься? Кальянами, чаем. Что ты можешь сказать про качественный чай? Стоит ли всем кальянам делать упор на это? Мы сейчас, видишь, все в дыму с тобой. Прекрасно, на кальяны надо, чтобы ты был. Чай, да, чай нужен. Чай нужен всем, чай нужен хороший, поэтому чаем надо заниматься и надо на нем зарабатывать. Слушай, как тебе сегодня выставка? Я только пришел, я знал, что будет кипиш, поэтому я попозже приезжаю все время, чтобы обойти, мне ничего не надо покупать, поэтому я как бы не гонюсь. И, ну не знаю, пока прошелся, ну вроде посвободнее, чем было в прошлом году. Я не вижу там застроек, эти кипиши, у меня все нормально, я гуляю. Слушай, был прокачаем последний, а тебя все там запомнили в разных ключах. Скажи мне, как тебе вообще это мероприятие? Я, к сожалению, не попал, я приехал в Уфу буквально спустя 3 дня. Как бы, что ты можешь сказать про это мероприятие в целом? Побольше бы такого. Наша индустрия, она индустрия, да еще называться даже не может по факту. И вот это по факту первое такое образовательное мероприятие, которое в принципе шагнуло, ну дало шаг людям к развитию. И побольше бы таких и на разные темы, и разные спикеры, и ты, чтобы выступал. Там тем-то миллион. Да, ну как бы согласен, не зовут просто. Продвижение, и СММ, и там куча всего еще. И это очень круто, когда есть люди, которые хотят развиваться, учиться, и мне будет приятно потом прийти в заведение к кому-то и понимать, что люди развиваются и делают то, что рассказывают. А самое главное, я туда езжу, знаешь, зачем? Чтобы дать себе пинок под жопу и сделать то, что типа каждый раз что-то планируешь, что-то там надо бы изменить, мотивация, сервис, не сервис. А потом получается так, что ты рассказываешь на публику, и ты, сука, не имеешь права не сделать так. Поэтому ты едешь обратно и типа, бля, пацаны, я выступал, я эту тему рассказал, поэтому, сука, всем выполнять, всем все делать. Вот и все. Спасибо, мужик, с наступающим тебя, пойдем мы дальше. Рад был тебя видеть. Да, можно тебя помочь? Привет. Нормально, нормально. Привет. Парочку слов. Давай. Чё там, блядь? Дава, да, привет. Дава, как дела? Расскажи. У меня... у тебя есть, да, блядь, да? Я ж мажор. Давай. Как дела? Ну, так себе. Чё такое? Чё-то какая-то дешманская выставка. Почему? Стенды у всех дешёвые, неинтересные, и всё хуйня. Слушай, а в том году ты тоже был, как тебе? В том году было нормально, блядь. В том году... Но, скорее всего, люди прохавали, что нет смысла въебывать бабло, блядь, в это... И как бы и всё. Сейчас, подожди, тут Серёжа Митин. Ты понял. Ага, слушай, где сейчас Дава Дым в 2018 году к концу? Где он работает? Где? Что он делает? Дава Дым в декрете. В декрете. Как семья? Вот это важный вопрос. Скоро месяц остался. О, поздравляю, девочка, поздравляю. Будет. Это важно. Слушай, что у вас случилось с голосованием? Что за дурдом происходил последние? А, с Мариком? Сутки, бля, я... О, просто... это я, братан, вон, смотри, видишь? Да. На самом деле, как бы, ну, статуэтку я уже выиграл. Как бы, ну, она у меня внутри. А мы просто с Мариком попытловались, короче, как бы. Попадались, короче. Да, чисто такой спортивный интерес. А нихуя он тоже не выиграет. Дава, я, короче, у всех спрашиваю вопрос про Dark Side Tour. Как тебе он в целом? Прикольный, хороший, интересный. Многим людям Dark Side не понравился. Ну, то есть, знаешь, не понравилось? Когда, ну, нихуя не поменялось. Возможно, какая-то в этом чуть-чуть есть истинка, но... Изменения не сильно большие, но в лучшую сторону. И, наверное, очевидный глупый вопрос, который будет следующим. А сколько заплатили за Dark Side Tour? За каждый город по 10 тысяч рублей. Блин, вот смотрите, уже второй человек свободно отвечает. Марат, ты, блядь, мне не сказал ничего. Марат Бич, он бесплатно ездит. Да, вас наступающим Новым годом. За еду, блядь. Жене привет. Спасибо, мужик, поздравляю тебя, красавчик. Здравствуйте, вы можете держать, у меня есть свой микрофон, чтобы вы не пугались.
Дали и Чебака. Я недавно сделал выпуск на канале «Битву Дали и Чебака». Не знаю, видели вы это или нет, «Версус». Да. А многие меня захейтили, сказали, какого хрена, ведь Чебака лучше, чем Дали. Я могу это сделать, привести аргументы и объяснить, что... Я даже видео сказал, что многим людям понравилось Дали. Что вы скажете про свой продукт, такого уникального, чем он отличается от Чебаки, почему стоит брать именно его? Ну, изначально это совершенно разные продукты, я думаю, что их даже сравнивать нельзя. Единственное общее – это то, что чайный лист. По вкусу разные продукты, у Чебаки есть разная крепость, у Дали крепость одна, это средняя, ближе к легкой. Это больше продукт, ориентированный, наверное, не на… Кальяна-курильщика. Да. Это, на вейпера? Ну, нет, неправильно, не на кальяна-курильщика, да, на таких, так сказать, новичков, скажем. Для тех, кому нравится, чтобы легко, дымно и вкусно. Наша особенность – это наш вкус. То есть наш слоган «Неспроста искусство в каждом вдохе». Мы стараемся производить вкусы, которых нет у других производителей, либо это редкость, их сложно найти. То есть ко всему подходим. Как у вас продажи сегодня? Продажи у нас очень хорошие. Что будет с Дали в 2019 году? Чебака уже ответил на этот вопрос, очень интересно. Мы захватим кальянную индустрию. А что-то будет? Будет табак Дали? Мы работаем над этим. Все работают над этим. С наступающим Новым годом, удачи, спасибо, пока-пока. Я надеюсь, вам мой выпуск понравился, я был там супер объективен и как бы... Чебака есть пачки 50 грамм? А нету. Есть! Нету? Есть, они появились первые. А их я вот не, никто их никогда не видел в глаза, они дистрибьюторы. Они есть. Бля, вы за счет полтинника их у нас в Самаре рвете по продаже. Ну реально. Ну, блядь, они мне должны все равно за это. Как тебе выставка? Ты только пришел? Выставка, я первый раз начал кальяны вообще в общем. Ну, в принципе, нормально. Только прилетел, задержали самолет на 8 часов, но похрену все равно приехали. Как твой инстаграм, скажи мне? Инстаграм, ну, потихоньку качается, сейчас новый профиль открыл, чисто для видео. А вайнов для кальяны с кальяны. Я вам ссылочку вот здесь вот где-то выдам обязательно. Я очень уставший и страшный. Тебе самому как? Я очень устал, сутки не спал. Я хочу доснять и пойти отдыхать. Я видел твой сторис, то, что ты на Камри ехал. На Кэмри, братан. Пожелай что-нибудь моим подписчикам. Давай, ребят, подписываемся. Пацан красавчик. В Самаре скоро дуть откроем, так что ждите. Я открою только если. Ну что, Дарксайд. Итак, друзья, бешеный стенд компании Дарксайд. Как обычно, просто полный пиздец. Давайте попробуем найти капусту. Я попробую найти своего самарского человечка здесь. Короче, этот человек был в Дарксайд Туре, он дохуя что проехал. Вообще пизда. Короче, расскажи, что и как. Ну смотри, у нас, короче, наша команда поехала от Калининграда до Питера. В принципе, короче, вот в каждом городе ребята реально очень круто встречают. То есть вот мне понравилась именно вот эта вот атмосфера. И плюс, вот допустим, Ульяновск, да, возьмем, маленький город. Все думают, что какой Ульяновск, типа, что там творится, никто не знает. Но у ребят реально есть деньги, они ставят все буки в заведения. Притом, когда в больших городах люди себе не могут позволить купить нормальные кальяны. Ребят, купите, пожалуйста, нормальные кальяны. Охуенно, когда мимо нашей камеры проходит, да? Обожаю. Заебали. Сегодня вот прям день такой, когда столько народу проходит. Короче, в Ульяновске есть деньги, мы это услышали. А у тебя есть деньги? Сколько вам платят за Дарксайд Тур? Кстати, мне блогеры ответили на этот вопрос. А я не знаю. В смысле ты не знаешь? Я не знаю. Тебе еще не заплатили? Нет. А кто платит? Где человек? Офис. Короче, ты просто поехал на энтузиазме и пока не знаешь, сколько заплатить. Это же по кайфу. Ну, согласись, такой опыт, который не каждый может получить. Ну ладно, а что, как тебе выставка в целом? Это? Слушай, ну я прошелся очень мало, правда. Но да? В целом, то есть, ну, вот то, что я вот так вот увидел. А то что, музыка, блядь, не орет, а? Ну вот я не отлизываю сейчас Говоронскому, просто это охуенно. Ну типа, классно же. Ну у нас вот наверху вообще спокойно. Ну наверху там цари, куда я бомж, блядь. Там жарко очень. Вот. Да, там, но, что, а там снизу, только... ну слушай, а где орал у нас, на Хуклапшоу? Пизда, блядь, Биг Макс, помнишь, блядь? Да, вот я тебе про него и хотел сказать. А, ребят, нормально. Блядь, Бабарыга захуярил, ну, блядь, бывает. Так, ну, с наступающим Новым годом, и тебя, молодцы. И тебя. Спасибо. Я уже соскучился. Целоваться не будем. Да. Амбассадор компании Дарксайд, представься.
Меня зовут Саша Малюта. Саша, слушай, есть такая фича, что Darkside уже до того, как начался Darkside Tour, 2 месяца был на новом сырье. Это правда или нет? Новое сырье производится с середины лета. Это, ну, софт и медиум производятся на новом сырье с лета 2018 года. То есть, по сути, с лета 2018 года люди уже курят новый Darkside? Не совсем так, потому что есть фактор оборачиваемости. Да? Ты же закупаешься у кого-то, оптом или не оптом, в точке или не в точке. В зависимости от того, как быстро точка обернется, да, допустим, она в начале лета закупилась на старом сырье, да, она там месяц-два оборачивается, а некоторые точки оборачиваются 3 месяца, а некоторые точки еще по-разному оборачивают софт или медиум. Медиум мог обернуться, а софт нет. Да. Слушай, ну медиум прикольная линейка, покурил, прикольно уничтожила. А что будет с Darkside'ом в 2019 году? В 2019 году будет главным образом адаптация ароматической линейки под Rare. Потому что сейчас есть только 5 вкусов, и это задача номер один. Сделать так, чтобы Rare был таким же, как Soft и Medium, по многообразию просто вариантов. И знаешь, еще один вопрос, меня он конкретно интересует. Сколько тонн табака варит Darkside в месяц? Не знаю этой цифры. Даже если бы знал, то не сказал просто, бы, потому по-моему, что... никто не говорит эту цифру точно. Много. Много. Ну, много тонн табака. С наступающим Новым годом, спасибо. И мужик. Тебе, ой, слушай, не могу пожать руку. Спасибо большое. Оп, давай. Ебасось на свете. Я хотел спросить, как у вас дела? Все зашибись. Все хорошо. Да. Все круто. Отлично. У меня к вам другой вопрос. Куда вы пропали? Где новые табаки? Самые разные, необычные, с разными названиями. Там, ну, вы сами знаете. На самом деле, я сейчас занимаюсь одним проектом по разработке вкусовой линейки для достаточно уже, в принципе, известного бренда, но ничего более пока не могу говорить. И я надеюсь, что публика будет удивлена через какое-то время, когда я закончу эту работу. И это все появится именно уже в готовой продукции. Ты сказал, публика будет удивлена. То есть, получается, это безакцизный табак от вас? Да что ты гонишь? Нет. Нет, нет, все нормально. Самый нормально. Не, ну на самом деле, какие у тебя планы на следующий год, если серьезно? Да проходи, ладно, давай, проходи, молодец. Какие планы у тебя на следующий год? Блин, даже не знаю, что ответить, но у меня есть одна идея, как бы, по новому абсолютно продукту. Вот. Но будет ли она реализована, я не могу сейчас сказать. То есть там уже сформировалась определенная, как бы, идея, концепция по продукту и из чего, как бы, какую линейку, ну, грубо, да? Но когда и примусь ли я за это, вот это большой вопрос. Но надеюсь, если это дело дойдет до логического завершения, то это будет прикольная штука. Ага. Это не табак для кальяна, правильно? Ты про него вообще говоришь? Нет, я говорю именно про табак для кальяна. Ясно, ясно, да. На следующий год, короче, ты все-таки сделаешь табак для кальяна. Типа свой? Или от меня? Свой, да. От тебя. Я думаю, как это не будет называться каким-то животным или каким-то дымоганом? Нет. Ну все, хорошо. Валентин, мы пойдем дальше. И микрофон, пожалуйста, если можно. До свидания. Ну что, друзья, вот и закончился Джон Кальяна Christmas Sale. Все было очень круто. Конкретно у меня по организации нет вопросов. Никаких очередей, никакой громкой музыки. Ну, почти. В целом все было очень хорошо и классно. Я приехал в 14.00 и зашел за 5 минут. Никакой толкучки. Блин, Антон красавчик. Единственная заминка была со стендами. Насколько мне сказали, их достраивали буквально еще час после открытия. Ну, не без... проблем. Бывает. Антону Гайворонскому отдельное спасибо. Красавчик, что ты делаешь такие ивенты. Это очень круто. Самые большие страсти разворачивались около кальянного Оскара. Я немножко подготовил текст и хочу вам поделиться с вами своим мнением на всю эту историю. Итак, кальянный магазин Hookah Market. Я, честно, не могу тут компетентно рассуждать, так как не сильно погружен в кальянные магазины. Но в целом единственный вопрос, почему не попал Smoke Lab. Я считаю, что они достойны были попасть хотя бы в тройку призеров. Это странная история, но все на усмотрение организаторов. Табак года Daft. Роман, молодец, я тебя поздравляю. Во время кальянного награждения Daft была такая херня, что ребята из Must Have начали гудеть, кричать. Что-то там какую-то, короче, творить какую-то дичь. Я считаю, это было очень стрёмно, низко и по-детски. Ребята из Must Have, вам жирный минус. Я надеюсь, вы учтете и больше так делать не будете. Это неправильно. Чашка года. Облако. Гарик, молодец. Тут вообще, мне кажется, никаких вопросов возникнуть не может. Уголь года Шаман. Что я могу сказать про уголь?
конкретно кому-то я не могу отдать свое предпочтение. Весь уголь на нашем рынке, я думаю, все со мной согласятся. Напишите в комментариях, уголь от партии к партии. Прям весь, абсолютно весь. Кальянный бренд года Darkside. Блин, какие могут быть вопросы после 4Volution тура, когда Darkside объездил всю страну, накурил всех. Ну, блин, тут вообще без вариантов. Просто многие говорили про Мэтт Пир, там все такое. Конкретно про Мэтт Пир что могу сказать? Я к ним подхожу уже второй раз на выставке к стенду, и они меня посылают подальше, потому что у них народ, они продают. Я их могу понять, но, ребят, мы тоже приезжаем, хотим снять блог, с вами пообщаться. Пожалуйста, когда к вам подходят люди с камерой, блогеры, начинающие или уже старые, очень популярные, относитесь к нам с пониманием и давайте нам интервью. Ну и, конечно же, самая лютая премия – это видеоблог года. Там развернулись нешуточные страсти. Марик, Фил и Трёха и кальянный блогер твоей мамы, они устроили настоящую битву. Было много хейта, много разговоров до награждения, чего только не было. В итоге слезы, сопли, обзывательства, блин, просто на столько хейта обрушилось на Марика, который выиграл, что мне даже немножко стало обидно и непонятно, почему люди так негативно реагируют на свои проигрыши. И, блин, ребят, ну давайте с этим завязывать. От себя и от своей компании SK Group хочу поздравить Марата с заслуженной победой. Мужик, ты шел к этому 3 года, и ты...